Вот вы, хлопчики и девчины, мне говорите, это выздоравливай, дядя Вова, тетя Оля, пусть выздоравливает. Это, блин, это, ну, стараемся, блин, стараемся, ну. Короче, там очки, сзади там искрометный агрегат, не обращайте внимания. Скрипят мои лапти, короче, я иду до тебе. Ага, хай скрипит дальше. Точит эти зубы, блин, для этих самых, блин, чтобы дровы, короче, херачить, блин. Потому что мы потомственные эти самые колыма, сами знаете, лесоповал, нам больше ничего не надо, блин. Так, пацаны, что хотел сказать, вот всегда так херней занимаюсь, хочу вам что-то умное сказать, а что сказать, забыл. Короче, вот вы знаете, что джигит очень умный, да, ну, кумыски, зяк, то все, это самое, нахер бы я напильником шмыргал бы эти цепи для бензопилы, правильно? Я вот эту херню использую, некоторые называют дремель, но дремель это фирма такая, ротари тул, короче, крутится, блин, ну, я не знаю, но если это самое, которое с диском, это УШМ, если вы молгаркой назвали, то давай это венгерку назовем, блин, или румынка, ага, блин, а чё, блин, чё, русский язык сложный, так, блин, у меня скоро там закончится, блин, херня, блин, пацаны, короче, быстро, так быстро. И, короче, я ленивый и умный, да? Ага. И вот такое покупаю, это самое, ну, как будто там диамант, там эти алмазные, как будто крошка. Ну, конечно, просто китайский там это навоз, блин. Ну, один хер, блин, там это хватать цепи, так это поточить. И, короче, знаете, что заметил, блин, на цепи, блин, ухерачиваю я, вот, вот, ага. И, блин, это, блин, уберу и так, это чпок, чпок, каждый зубчик отдельно, все любвеобильно, так, как будто на спецоперации, блин. И вот смотрю, блин, вот одни зубы вот такие, всем коротенькие, а другие длинные. Я уже на машинку там прогнал, один, короче, мудрый мужик заехал, блин, он разбирается, он там тысячи цепей наточил, он это, Сахаров, это самое... дедеревизировал. Пацаны, блин, давай закончим репортаж, потом дальше продолжим. Короче, этот мужик мне рассказывал, он где-то там работал, хер знает, где там Амазонию или что херачил, блин. Ага. И был большой начальник, бригадир. Короче, рабы должны были пилить, а он что делал? Он им цепи точил, вот. И говорит, блин, смена закончится, блин, там чуваки пришли, бросили пилы. И говорит, там 170 штук надо пилить. Он пацаненка нанял, короче, ему $5 в день платил, и тот ему цепи так выкладывал. А он просто берет и херак, точь-точь, как машина. И он подошел с умным видом, пощупал мои цепи, блин, нормально, говорит, наточены, все, молодец. Я сразу спрял-то, хожу, есть такое, знаешь. Ну, я знаю, что крутой, я тут еще крутой мужик похвалил, сказал, что вообще крутой перец. Понимаешь, это не то, что орки хвалят, а тут, блин, буржую хвалят, понимаешь? Ладно, пацаны, я херней занимаюсь. Короче, я что? И вот это, ну, короче, один зуб короткий, другой длинный, короткий, длинный, короткий, длинный. Ну, что такое? Я уже читал об этом, я слышал об этом, потому что джигит умный, ютубы знают всякие, то все, тиктоки, хероки. Ага, блин, но все равно что-то не то, блин. Пошел я, короче, тут мужик опять заехал, я выскакиваю, говорю, слушай, чувак, так и так, блин, почему вот один зуб, короче, короткий, а другой длинный? Он говорит, ты дебил, говорит, в тебе одна рука, это крепче, говорит, чем другая, блин. И когда в одном направлении точишь, то больше усилия прилагаешь и больше металла снимаешь. Но я все это знал, ну, знаешь, как думаешь, может, есть какой-то там метод Илоны Давыдовой там или что, блин. Ну, понимаешь, халявы, всегда хочется халяву, понимаешь? Кто хочет длинную трубу ставить, правильно? Хочется, чтобы печка просто работала, ни хера не делая. Ага. Я говорю, что робить-то, что робить? Он говорит, ты знаешь, что, блин, ты, говорит, вот кончай вот херней вот так заниматься, вот так туда-сюда цепь точить, говорит, ты это самое, вот это, чтобы была неподвижная, короче, а цепочку подноси, и каждый зубчик культурно. И я сегодня так зарубив, и мне так понравилось, пацаны, прямо чую, нашел золотую жилу, и вот хочу с вами поделиться. Короче, не надо чистить ружье кирпичом, как Левша сказал, вот товарищ один мне напомнил, блин, нихера ж, пацаны, вы не знаете, у нас в Канаде почта бастует, а вдруг у вас тоже там не все письма с фронта доходят, и будете продолжать кирпичом. Конечно, потом калаши клинят, блин, ну... Ага, и, короче, это не надо вот так вот это, зажми вот это, короче, в тисочки, блин, и цепочку подноси так. А что мне еще понравилось, знаешь, пацаны, блин, это, ничего в руках тяжелого не держишь, потому что руки-то у нас нежные, блин, барские, понимаешь, тяжелее стакана же нихера, и ложки тяжелее, ничего же не понимаем, правильно? Ага, и так всегда устает рука, когда эти долбанные цепи точишь, когда напильник вообще маразм, блин, там вообще дебилизм, блин. Это же когда вот эту херню, блин, думаешь, ну когда ты уже кончишься, блин, там 72 зубы или сколько, блин. Ага. А туточки, понимаешь, цепочка. Стоишь, как это, как будто блатной, как будто вот в рыжем пиджаке, как будто у тебя золотая цепь, как будто ты бык. И просто эту цепочку херак туда-сюда и так и смотришь по сторонам, как и, блин, весь крутой перец, понимаешь, такой, блин, как Сережа Есенин писал, я вообще иду, на затылке кепиш, и вообще я парень деловой. Пацаны, блин, волосы куда-то эмигрируют, хер его знает. Наверное, этот Трамп, наверное, блин, выселяет их за границу. Так, вот это хотел вам рассказать. Что-то еще хотел рассказать, ну, потом, в следующий раз. Пацаны, блин,
всякие электроники я взялся, блин. Блин, что буду делать, хер угадайте, блин. Смотри, сирены всякие, то все. Хочу на каждый унитаз поставить. Ну, хер узнаю, вдруг советские придут освобождать, блин, да? Ну, что, блин, первым делом надо унитаз защищать, правильно, блин? Ага. Тут-то всяко разно, пацаны. Знаете, что, блин, вот эта херня древняя в гараже валялась, хер знает сколько лет. Ага, я думаю, сейчас раскирочу. Раскурочил там это, блин, кумуляторчик такой-то, блин. Я херак, значит, у меня прибор такой волшебный есть. Показывает, что там вместо 6 вольт еще там 5 с копейками есть. Я думаю, что такое? Херак, лампочка целая, блин. Кумулятор, короче, живой. Я поковырялся, блин, постучал, покричал, блин, портрет Путина показал. И все, заработала машина, видишь, блин. Блин, 250 лет на машине работает, блин, ага. Вот эту хочу еще, блин, разберу, блин, надо утвертку длинную. И, короче, это если, ну, там, я думаю, это современная китайская, поэтому, конечно, нихера уже не будет работать. Но я хочу туда простую, обычную лампочку воткнуть, и будет у меня пуржектор, вот, пуржектор называется. Ага. А что тут рабыть буду? Ой, пацаны, блин, если получится, будете завидовать, будете просить опять, чтобы я усыновил. Нихера подобного, блин. Ну, ладно, до свидания. Хочу вам показать нашу красоту. Видите, вон зайчик сидит черный. Почему? Потому что мы буржуи умные. Мы белых все перебили и заживили теперь. Заживем. Зажили. Смотри, сколько снега у нас. Как все красиво, все прекрасно. Смотри, свежие следочки. Все зайцы в гости к нам. Это мой след. Я ворота открыл после 10 часов утра, когда выспался. А что, блин, деды зря воевали, что ли? Будем еще задницу рвать, правильно? Ага, смотри, все чисто, значит, красиво. Никто на дровнях не обновляет путь. Снежочек был вчера свежий, еще должен быть снегопад. Пойдем погуляем, посмотрим на следы. А, заодно давай пообщаемся. Так, кто тут? Быдис, быдис. Прилетал, килевал чего-то. Ага. Так, что, пацаны, вам рассказать? Вот это дикий зайчик с лесу, однако, приходив. Ага. Сегодня пообщался с родителями. Ой, стареют, стареют. Ну, это... Мой папа, он был спортсменом по литроболу. Ага, ну, проиграл. Алкоголя оказалось больше. И это самое... В 2005-м, наверное, он ушел из жизни. Я помню, я в Канаду приехал, как раз первый год, только первый отпуск получил. И только это первый день отпуска, и подняли меня из постели, так и так скончался твой папа. Ага. Ну, мама живет с отчимом, дядя Саша. Он 4 дня провел в больнице, спрашиваю, как. Ну как, говорит, отключился, на том свете было это. Не принял Аллах, говорит, отправил на завтра, она еще. Ага. Ну, стареют старики. Очень-очень сильно. Ну, не шутка, да, уже за 80, уже в сторону 90. Ага. Ну, спрашиваю, ну, то все, за жизнь как, все это. Ну, телевизор теперь только русский смотрим, говорит. Это. Всяко разно там. Ага. И поэтому я осознал, пацаны, это не ругайтесь на родителей, когда они смотрят русское телевидение. Не ругайтесь. Просто не ругайтесь. Ну, красиво, правда? Я не ожидал, смотри, этот сноуплав, он так это хорошо, так здесь это слюны любит заезжать, это как туалет использовать, этот пятачок, потом развернуться и обратно, да? Ага. До того, без, это самое, просто без мозгов, видите, там знак стоит, что это? Дорога кончается, да, один хер кто-то туда уехал, в кювет. Ага, и потом вылазили там. Ага, здесь я в этом году знак приделал. Не ссать, камера здесь. Ага. Они не смотрят ни хера по сторонам. У них глаза к мозгам не привязаны. Пацаны, чем мы все грустно? Смотри, как красиво, да? Зайчики в лесу. Ага. Фу. Хотел по трейлам походить, там столько снегу, блин. Мне говорили, что это... Разведка докладывала, что траппер начал ездить на снегоходе. Я так обрадовался, думаю, сделать мне дорожку. Он сарьяза такой. Так, ну значит обещает еще 2 дня снегопада. Последний снегопад был такой меленький, я даже не стал это дорогу чистить. Пойдем прогуляемся. Посмотрим, что тут творится.
Ой, мои прицепы ждут это, чтобы дядя Вова их починил. Но один еще ходовой, а другой я совсем расхерачил. Ну купил два новых колеса, во, будем ставить. А здесь я всегда в восторге в таком был. О, смотри, под низом кто-то живет, да? Колеса такие мощные, это считается круто. А потом это присмотрись, приглядись, а они просто это на два размера больше положенного. Какой-то мудак поставил. Ага. И это еще мало того, не колеса для прицепов, а автомобильные простые колеса. Ну то есть очковые, ну последний рейс я совершил на нем. И у меня был как раз ковид, корона, и это башка не соображала нихера, я назад сдавал, когда клеился в гараж и фонарь разбил. Так, я смотрю, ну нормально это. Буду на нем бревна возить, наверное, по весне, пока я это отремонтирую. А на этом надо будет колесо заменить. Зайщики, смотри, ходят. Это не зайщики, блин. Вот это сволочь, эти мне не нравятся, блин. Знаешь, которые в снегу тонут, вязнут. Это такие, блин, веслобрюхие сволочи. Ух ты. Тут рябчик ночевал. Я думаю, потом выпорхнул из-под снега. Они зарываются ночью в снег. А другой вариант этот, птица сверху кого-то бомбануть хотела. Несла мир какой-нибудь. Ни хера там кто-то гулял, блин, крупный. Индейцы лосей херачатся страшной силой. Одна мне пишет, ну типа мы друзья это. А бензин у тебя можно? Смотрю, блин, за полночь уже пишет. Ну то есть я сегодня посмотрел, я говорю, ты что, блин? Я в 10 вечера спать ложусь, в 10 утра встаю. Ага. А потом смотрю на факи-буки, там пишет, двух лосей захерачили. Думаю, ну блин, делать кому нехер, по ночам шарохать, лосей херачит. Понимаете, главное это внушить людям, внушить, что вот 8 лет бомбас там били, там, или что лось это вкусно, блин, это халява. И они, блин, сквозь медные трубы пройдут, лишь бы это лося захерачили. Я по-прежнему каждый день читаю новости, ну как-то переживаешь, правильно, да? За совок уже нет давно, а ну что, расисты напали на Украину. Ага. И это всегда надеешься на какое-то чудо. Чудо, конечно, не происходит. Ну, в любом случае, ну, мир не дремлет, и пока это маджахеды поняли, да, что внимание отвлеклось. Всякие хуиты, суиты, воюют там что-то. И они пошли на Алеппо. И теперь это... Помните, как товарищ Путин говорил, ой, в Сирии потренируемся, ой, потом весь мир нагнем. Хорошо тренироваться против этих маджахедов, которые бегают, кричат, Алла Акбар, и кроме калаша ни хрена не видели. Херачишь их авиацией, блин, артиллериями, танками, блин. И такой герой, такой вагнеровец, капец, блин. Ага, и думали, в Украине то же самое будет, Алла Акбар будет бегать, кричать с трехлинейками. Ага. Ну все, на оширились, на опасали. Че, это какие-то нехорошие новости? Я к чему это? Когда смотришь Ютуб и херак там это, ну заголовки какие-нибудь там, ну типа русский человек там это, как будто начинает что-то просекать. И кликнешь на это видео и посмотришь, вот стоит и гундит, вот, вот у нас оттуда, блин, это алмазы и золоты, а мы живем, значит, это на дырку срем. И это самое, извиняйте за такой колоритный говор. Ага, и это... А глава правительства районной администрации сказал вот то-то, то-то, и думаешь, вот в этом проблема. Просто в этой стране никогда ничего не будет, потому что, знаете, вот это вот ужасное прошлое, они из него не вылезут. Никогда, никогда, просто никогда. Просто они ничего другого не будут знать. Они вот одно, там, круглая печать, там, нотариусы, там, какие-то, блин, и эти самые, блин, главы администрации. Какая нахер администрация? Какая администрация? В районе, в области, в округе? Какая? Вы, блядь, фу, что, за рубежом никогда не были? Ну вот, и что это администрация? Ну и поехал я туда, и что? Что я там, какие вопросы решу? Что он может это? Я даже не хочу начинать говорить о том, это, кто из моих одноклассников является там каким-то, блин, главой администрации, блин, и как он в школе учился. Япона, мама! Вы до сих пор ни хера не поняли. Вроде весь мир открыт, вроде есть интернет, вроде то, все. Голубочки, мы вылезли. Ага. Нет, блин, они живут как в 17 веке, блин.
Я представляю, в Германии был вот какой-то глава администрации, я к нему иду и что-то пытаюсь там выбить какие-то льготы или привилегии, или добазариться, или что, или даже просто добро получить, сказать, вот я открою бизнес, а ты других души, чтобы они, сука, не конкурировали, чтобы я один это самое на Багамах потом, да? Блин, ну это чмо, вот один человек, какой он имеет, может иметь власть, или какие он может иметь мозги, которые лучше твоих мозгов, и... Блин, вот вы где-то ищете там внешних врагов, какие-то наты, там хераты, блин. Вот свои, блин, это, вот это говно все, блин, это, искорените нафиг и живите нормально. Задолбали уже, блин. Ага, а мы идем гуляем, и красиво, очень красиво, блин, очень красиво. Главы администрации у них, блин. У тебя головы нету, что ли? Используй ее, блин, ноги в зубы и текай отсюда, и пусть они там главят дальше, блин. Пока совсем уже, блин, не знаю, блин. С голоду сдохнут эти все, блин, босяки, блин, строители коммунизма. Смотри, зайцы ходят к нам туда и сюда. Ага. Ну, все, что можно, что они съели вкусное, а это все херня тут растет такая, хай грызут, правильно, блин? А то, что более ценное, я так это за заборчиком поставлю. Ага. Не, ну прикольно, свежий снежок, и ни одна падла еще не ехает никуда. Ага, здесь специально вот так, видите, вот этот Highway Department, этот по плацдарм здесь пятак чистит так. И когда ко мне кто-то приходит, ой, можно, я тут обломался, я тут постою, блин. Иди нахер, говорю, нихера себе там следище какое, а. Это, вот здесь машина улетела, привет. Ага. Вот здесь, говорю, вот стой, блин, и все. Ой, а вдруг разуют, а вдруг украдут, но... Ну, я говорю, я камеру направлю туда, буду смотреть, а у меня во дворе нехера ошибаться, блин. Ага. Так я и думал. Прикольно, да? Тот лосик, которого я не взял осенью, вот у меня на задворках гуляет. Молодец. Красава. Там индейцы любят останавливаться, погадить и потом дальше. Там пятачок специально сделан так, что это его прочищают. Смотри, а, пересек и пошел. Сайгак. Ага. А это вот это чуть ли не у меня на территории вот это. А, ну как, болото, не болото, даже назовешь это. Просто выемка, маскег называется. Оттуда из леса, значит, труба там направлена с холма и бежит это. Иногда как водопад по весне и после дождя, так сочится иногда. Иногда все высыхает. Ага, и потом сюда и пошло туда. Ну и я из септика добавляю, чтобы не пересохли озера. Ага, шучу. Ага, вот здесь видите, вот где написано газ. Это не тот газ, который когда у бобов наедитесь или боярышника. Это бензин так называется. И вот эта стоечка, это моя территория. То есть вот за этой стойкой туда прямо это все мое. Надо сделать, наверное, это, блин, горнолыжника какого-то для внуков, да, чтобы это на санках туда кататься вниз. Так огромный такой подъем-спуск. Нихера себе, ветки спустились, блин, даже знак не видно. Я думаю, что, блин, мало народу за бензином заезжает, елки-палки. Ага. Иногда бывает, проскочат и это, потом остановятся и вернутся. А если честно, мне это нахер не нужно. Я даже свет не включаю, чтобы никого не завлекать. Надоело уже, блин. И главное, пацаны, знаете, это не зарабатывать много денег, а не тратить нихера, жить вот так, блин, зубы на полку, блин. И все, блин. Ага. Вот наш домик на холме. Большое окошко. Смотрим, значит, на пейзажи. Птичков кормим. Из трубы дымок. Ну, как-то вот так. Ну, лосик, а? Даже не зашел, даже чая не попил. Ну, что ты робишь, паря? А? А вдруг там эти, блин, как их там, орки, блин, нафиг, а? Дурак такой ходит, блядь, не сетится ему, елки-палки.